Кажется, этим февральским вечером распустились все цветы мира. Выставку работ трех талантливых художниц открывает показ авторских изделий из кожи. Первая – коллекция украшений для волос от Светланы Ланской. Дизайнерские аксессуары, броши и колье в египетском и древнеримском стиле от Ларисы Босиковой демонстрируют представительницы студии «Иви Модели». Я училась у знаменитого мастера Инны Шкуропад, которая в свое время летала в Японию и обучилась искусству создания цветов, шелковая флористика. Роскошные маки, изящные ирисы и нежные васильки. Большинство флористических панно Светланы Ланской выполнены в японской технике сабибана. Визитная карточка – картины из серии «Дамочки». По ним и узнают автора. Работы Ирины Мелешкиной наполнены особым философским и религиозным смыслом. Так она передает свое восприятие мира и отношение ко всему, что дорого. Мы ищем что-то, что должно нас сделать счастливыми. Ну, как правило, это иллюзия. Только Господь может дать нам смысл жизни и наполнить нас, направить нас и научить нас правильно жить. Картины Ларисы Босиковой полны романтизма, чувственности и экспрессии. Лейтмотив работ – трансформация, преображение. Не случайно главная ее героиня – бабочка, крылатое небесное создание, которое появляется на свет из невзрачной гусеницы. Это олицетворяет землю, небо, жизнь, смерть. Такая глубокая философия, но это циклы, которые я пронесла в своих 5 работах. Очень классная выставка. Залюбовались работами наших мастериц. За каждой из этих работ стоит колоссальный труд, колоссальная работа и духовное видение этих прекрасных леди. Все представленные работы выполнены в различных техниках и стилях, но каждая со своим сокровенным мироощущением и неповторимым характером. Убедиться в этом можно по адресу Социалистическая, 100. Кожаная феерия здесь продлится до 1 марта. Татьяна Горбач, Максим Галионко, Бобруйск, 360.